У скважины, с которой в город поступает вода, начались работы по замене насоса. Старые постоянно выходят из строя, говорит директор муниципального предприятия «Апоканал». Поэтому возникла необходимость приобрести более качественный насос. При поддержке корпуса мира, а именно волонтера, который сейчас работает в Таракли, был написан проект, с помощью которого и приобрели новую гидравлическую машину. Общая стоимость проекта составляет $6000. 25% – это контрибуция «Апоканала» и «Примарии» города Таракли. И 75% – это контрибуция корпуса мира. Замена этого насоса позволит сэкономить финансы. Это около 40% на электроэнергию. Кроме того, отпадает необходимость в ежегодной замене насосов. Таракли воду в город из скважин качают 3 насосных станции. До конца года руководство предприятия «Апоканал» планирует поменять насос в остальных станциях, что скажется и на тарифе воды. Мы подали проект в словацкое правительство, не в словацкий фонд, и мне месяц назад позвонили, что мы поздравили и сказали, что мы выиграли проект еще на один насос, но они должны утвердить его в словацком правительстве. То есть я надеюсь, что в ближайшем будущем, может месяц, может меньше, нам позвонят и скажут, что мы приобретаем еще один насос. Но не насосом единым подается вода в город. Многие жители не получают воду из-за изношенности водопроводной сети. И у нас много потери воды именно за того, что сеть изношена. По объему количества воды нам хватает в городе Таракли на самых высоких точках. Единственное, что у нас вот мы будем и параллельно уже работаем по проекту по замене сетей, хотя бы по участкам, допустим, уже есть предварительная договоренность с проектантом, чтобы мы для начала хотим поменять сети в микрорайоне. Спустя несколько часов после начала установки новый насос примется за свою работу и будет, по прогнозам руководства «Апоканал», в течение 10 лет поставлять воду в квартиры и дома Тараклии.